Дорогие братья и сестры, канты или духовные песнопения народного околоцерковного и церковного творчества широко известны в церковной среде. Это особый вид творчества, песенного творчества, посредством которого верующие прославляют Бога. Алтайский край чрезвычайно богат народным певческим наследием, носителями которого являются представители многих народов России. Важная часть певческого наследия России – это духовные канты.